мерщение извращает западное христианство. Все больше и больше новшеств вводятся в богослужение. Отступление от апостольского предания постоянно увеличивается. Женщины-священницы. Женщины за богослужением. Разведчицы превращают литургию в чувственное театральное представление, напоминающее неоязыческие обряды. Светская музыка и светские обычаи преобладают. Элементы туземных культур уничтожают духовность христианского богослужения. Дехристианизация Запада, трагическое крушение западного человека и потеря надежды. Чувства возбуждаются и оскверняются, тогда как следует их успокаивать и освящать. Западное христианство. Так называемые римокатолики во главе с папой, властелином Ватикана, в XI веке своими ересями отсекли себя от единой и единственной церкви, Святой Православной Церкви. С тех пор прибавляется все больше ересей и нововведений. Западное христианство, бесчисленные группировки и отростки протестантов. Они появились на сцене истории в XVI веке. В своем стремлении противиться папским заблуждениям они выметают буквально все. Сегодня они дошли до того, что не только рукополагают женщин для совершения богослужения, но они тоже разрешают гомосексуализм и завели особые обряды для мужеложников, желающих узаконить свои сношения бракосочетанием. Участие в межрелигиозном диалоге и в деятельности многих разных вероисповеданий привело к современному печальному явлению межрелигиозного синкретизма. Папизм и протестантство. Бурным своим отходом от христианства пишут они самую драматическую страницу современного западного христианства. Этот путь был открыт уже 10 веков назад, когда было отвергнуто святоотеческое священное предание. Ересь изменила богословие, богослужение, нравы и культуру. Разрыв с православным церковным преданием уничтожил евангельское учение, и это привело к уравниванию христианства со всеми религиями на свете. Преосвященный епископ Христианопольский Хрисостом провел общее введение в тему собрания.
Обновленческая реформа церковного календаря в 1924 году, говорил Владыка, была проведена ради водворения ереси экуменизма. Доказательства этого представляют нам сами инициаторы этой злосчастной реформы. Уже в 1920 году Константинопольский патриархат разослал окружное послание, призывая разрозненных христиан к единству. В первый раз во всей истории Церкви Христовой православный патриарший синод обратился ко всем еретическим общинам и сборищам всякого рода по всему свету, величая их как честные Христовы церкви, сродников во Христе и сонаследников и соучастников в обетованиях Божиих во Христе. Это послание предложило ряд пунктов для сближения разделенных христиан. Первый из них – реформа церковного календаря. Через три года, опять же в Константинополе, самозванный всеправославный конгресс призвал к реформе календаря по той же причине ради общехристианского единства всех призывающих имя Господне, то есть ради единения православных с еретиками. Вот первые смелые шаги православных экуменистов-обновленцев на пути отступления от православия в ересь экуменизма. Что такое синкретизм? Это слово не происходит от слова «критика» или «критический». Оно произошло от жителей острова Крит. Во время общей опасности древние критяне оставляли свои внутренние раздоры и вражду и объединялись против общего врага. «Для нас сегодня, — продолжал Владыка, — слово синкретизм означает слияние, смешение, сплавление разнородных, несовместимых, противоположных философских, религиозных, богословских и политических понятий под одним общим покровом». «Конкретно, — объяснил епископ Христов, — в экуменическом движении путем постоянного тесного общения разные христианские исповедания приходят к взаимному признанию и сотрудничеству на всех уровнях. Со временем, действуя совместно и направляясь к общим целям, они на самом деле сливаются в какое-то общее целое». Это слияние разных исповеданий называется догматическим синкретизмом. Но дело идет дальше, к межрелигиозному синкретизму, то есть к слиянию разных религий, сказал Преосвященный Хрисостом. Экуменисты уже не стесняются заявлять, что внутренний экуменизм среди разных христианских исповеданий и внешний экуменизм между великими мировыми религиями зависят друг от друга и развиваются вместе. Почему? Да, потому говорят они, что не может быть мира между народами без мира между религиями. Итак, процесс слияния христианских исповеданий и разных религий внутри так называемого экуменического движения происходит совершенно в духе развития сатанинского движения нового века. Движение нового века, продолжал Владыка, является теперь главным выражением слияния всех мировых религий и уже стало самой популярной идеей для образования одной всемирной религии. Одно всемирное правительство, один всемирный порядок, одна всемирная религия. Движение нового века своей пропагандой и умением проникать всюду уже захватило экуменизм в сатанинские когти Водолея. Со всех сторон, на все лады, на всех уровнях и во всех сферах жизни мы видим теперь, каким успехом пользуется движение нового века. Мы часто уже слышим, например, уже распались границы между государствами в Европе, не пора ли распасться и границы между религиями и метафизическими системами? Все религии одинаковы,
и все ведут к Богу. Владыка Хрисостом указал на некоторые события, которые явно свидетельствуют о расположении людей нашего века к синкретизму, к слиянию и к сплавлению самых противоположных понятий благодаря успешной деятельности движения нового века и экуменизма. Для нас, православных христиан, предупредил Владыка, это опасная угроза для самых основ нашей святой веры. Поэтому тема этого собрания крайне важна. Епископ Хрисостом заключил общее видение со словами. Позиция православных, противостоящих экуменизму, это не препирательство со стороны каких-то жестко консервативных людей. Это естественная борьба народа Божия в защиту своих основных убеждений, своего самосознания, своей веры в уникальность Божества нашего Спасителя Иисуса Христа и уникальность Его Святой Православной Церкви. Чикаго, 1893 год. Начало межрелигиозного движения. Первый совет религий открывает дорогу на Запад для восточных религий. Чикаго, 1993 год. 100 лет спустя второй совет религий всего мира. В течение 9 дней гостиница Palmer House принимала свыше 6000 представителей от 250 религий и религиозных общин. Участвовали в организации этого совета. Ватикан принял совершенно официальное участие. Присутствовали секретарь Понтификального института по межрелигиозному диалогу и архиепископ Чикагский Йосиф Бернардин. Дорогие друзья, все мы, собравшись сегодня здесь, действительно веруем, что во все более и более взаимозависимом, ограниченном и разделенном мире, в котором мы живем, существует жажда и все более возрастающая вера в мудрость и силу трансцендентального. Амвон этого совета использовался не только для речи, но и для молитвы и обрядов разновидных групп и религий. Участвовали унитариане, буддисты, сикхи, мусульмане, иудеи. Бахаисты. Зороастристы. Туземцы Америки совершили языческий обряд и призывали духов. Приняли участие и неоязычники. Во
Все больше и больше людей ищут информацию, и я источники, чтобы собираться и учиться, как они смогут связаться с феминистской энергией, используя традицию, которую мы представляем. Стремление объединить разделенных христиан стало заметным уже в середине прошлого столетия. Начиная с 1910 года и до 60-х годов, его первоначальная цель постепенно расширялась. Это движение началось, как сообщил владыка-митрополит, с целью более эффективно организовать миссионерскую деятельность западных протестантских общин. Однако многовидные затруднения, с которыми им приходилось бороться на миссионерском поле, служили поводом для искания новых подходов и решений. И к чему это все привело? В 1969 году Всемирный совет церквей официально открыл диалог с исламом и в 1971 году с другими мировыми религиями. Эти контакты развились быстро и уже заняли официальное место на 6-й Генеральной Ассамблее Всемирного Совета Церквей в Ванкувере, в Канаде, в 1983 году, где межрелигиозные диалоги получили широкое одобрение и ободрение. Ванкувер, Канада, 1983 год. Винное участие язычников в начале ассамблеи. Североамериканские индейцы, священные костры, молитвы, обрядовые танцы. Индейцы ставили тотем и таким образом призывали духа покровителя своего племени на Всемирный совет церквей. И так индейцы с духом своего божества пришли приветствовать Всемирный совет церквей и участвовать в нем. Уже в Ванкувере было дано широкое место межрелигиозным темам с представителями евреев, буддистов, индусов, мусульман. На Амбоне раввин читает поучение о синкретизме. Отрывки из экуменической лиманской литургии. В эту литургию были включены некоторые православные обряды, вход с Евангелием, со святыми дарами. К несчастью, в этом принимал участие и православный архиерей. Епископ Сатирий Торонтоский Константинопольского патриархата несет Евангелие. Митрополит Хрисостом Константинопольского патриархата преломляет хлебы для экуменического причащения. Антихалкидонский монофизит, епископ Павел Мар Григориус из Малабара, Южной Индии. Деятельный экуменист. Православные экуменисты и монофизиты нашли общий фундамент для объединения, общий дом, Всемирный совет церквей. Последствия не заставили себя долго ждать. Межрелигиозные диалоги ведут к отрицанию уникальности христианства, сказал владыка Киприан, и к чисто синкретическим постановлениям. Например, в 1990 году было достигнуто нечто важное и страшное на межрелигиозном совещании в городе Гонконге. Участники этого совещания заявили, нам нужно учиться признать присутствие Божие в наших ближних.
Пусть это выражается различными образами разных традиций. Шехина для евреев, Святой Дух Троичного Бога для христиан, Атман для индусов и сихов, Рах для мусульман. Владыка митрополит Киприан заметил, что почва уже хорошо подготовлена для более широкого экуменизма. Вне всякого сомнения, будущее Всемирного Совета Церквей уже в межрелигиозном масштабе. Это было доказано на 7-й Генеральной Ассамблее Всемирного Совета Церквей в Камбере в Австралии в феврале 1991 года. Эта ассамблея была посвящена учению о Святом Духе, и на ней протестантские богословы показали, насколько они прельстились языческими, анимистическими, идолослужительскими понятиями якобы о Святом Духе. Июля 1994 года в Австралии было положено начало нового экуменического сообщества Национального совета церквей Австралии. В католическом кафедральном соборе Святого Христофора совершалась особая служба по поводу образования этого сообщества. Службу начали туземцы-аборигены языческим обрядом очищения алтаря. Разве это просто представление фольклора? Допустимы ли в христианском храме такие мерзости? Туземцы-аборигены развели очистительный дым перед алтарем. Папизм в своем стремлении передать Евангелие культурам разных народов допускает пользоваться языческими элементами. Введение нехристианских элементов в обряды считается обогащением церкви. And the churches increasingly are doing this. It's all of the mainstream churches now are actually doing this. Но не меняется ли при этом духовный смысл христианского богослужения? That's right, very much part of the Byzantine court, and it's very much part of both the Orthodox and Roman Catholic liturgy, and also many parts of the Anglican church. К сожалению, православные экуменисты стали органичными членами и этого совета. Представители были посланы от патриархии Антиохийской, Румынской церкви и Вселенской патриархии. Заметить, что паписты перестали быть лишь наблюдателями и принимают участие в ведущей роли в подобных экуменических сообществах. Представители 13 исповеданий должны были пройти через очистительный дым и быть приняты туземцами-аборигенами. Папский архиепископ Канберры приветствует новую экуменическую организацию. Дорогие братья и сестры во Христе, приветствую вас всех с этим действительно историческим событием. Имею честь предложить вам радушное гостеприимство собора Святого Христофора. Благодарю аборигенов и народности Торехского залива, что они так любезно дали нам возможность чувствовать себя как дома. Их обряд очищения напоминает нам
о необходимости прощения и примирения. И эти основные вещи, которые служат во благо Австралии и достижению целей Национального совета церквей Австралии. Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога и Отца и причастие Святого Духа будет со всеми вами. Затем совместная молитва. Виктория Ямбур, Антиохийской патриархии. You call us to recapture the vitality and freshness of the Christian faith. Давид Хилл, протестантский клирик. Keep us in the truth revealed in Christ. Последовали, к сожалению, и другие мерзости вокруг престола. Разноцветный шелковый плат, приготовленный женщинами разных исповеданий, изображает дух, который якобы осеняет участников. Папский епископ Бит Хедер провозглашает основные принципы Национального совета церквей Австралии. 13 членов его становятся членами через молитву и священное действие. Итак, это новое сообщество будет своеобразным выразителем того видимого единства, которое Христос желал для своей церкви. Список 13 членов Национального совета церквей Австралии. Вместе с англиканами, несторианами, монофизитами, римокатоликами и протестантами, к сожалению, туда входят и три православные церкви. Епископ Серафим, викарий греческой архиепископии в Австралии, представляет Константинопольскую патриархию. Мерзости продолжаются. Вход с Евангелием совершает женщина-туземка-аборигенка. From the Holy Gospel according to John. Как православные икуменисты позволили себе участвовать в этих многократных падениях папистов? Как далеко пойдут они вслед за папистами в их нехристианской политике? Владыка Киприан продолжал: «Самое видное место на этой ассамблее заняло представление молодой пресвитерианки, докторши богословия феминизма из Южной Кореи». Что ж, висимо тон фото, погас свет, зазвучала какая-то странная, напряженная музыка, везде явно азиатская символика, особое одеяние, драматические театральные приемы молодой феминистки, которая провозгласила 18 призваний разных духов, поразили зрителей. И осталось глубокое чувство присутствия Духа Лукавого. Это было что-то бесовское. Вот некоторые примеры
богохульных призваний доктор Шича. Гляди, дух Жанны Дарк и всех женщин, сожженных как ведьми в средневековье. Гряди, дух земли, воздуха и вод, которые насилуют и эксплуатируют человека в своей жадности к наживе. Гряди, дух освободителя нашего брата Иисуса, замученного и убиенного на кресте. Рядом с духами ведьм, дух Иисуса, заметил владыка Киприан с негодованием. Разве это не хула, вопиющая до неба? Амвон Всемирного Совета Церквей стал амвоном бесов, а православные куменисты там сидят, молчат и участвуют в общих молитвах. И эта южнокорейская феминистка-проповедница не скрывает свое лицо, она смело заявляет. О буддизмос, ο шаманизмос είναι η μητέρα μου. Δε πατέρας μου, ο χριστιανισμός. Буддизм и шаманизм – моя мать, а отец мой – христианство. Пора говорить о смертном грехе участия православных экуменистов в этих богохульных, языческих деяниях, сказал владыка-митрополит. Но как они сами на все это реагировали? Через полгода, в сентябре 1991 года, в Экуменическом центре Константинопольского патриархата в Шамбези, в Женеве, представители всех поместных православных церквей приняли решение в пользу более полного участия православных в экуменическом движении. Владыка-митрополит Киприан окончил свой доклад следующими вопросами. Уже десятилетия мы спрашиваем православных экуменистов, место ли святому православию в организации составлены и все ереси, независимо от того, считают ли они себя христианами или нет. Разве можно представить себе, чтобы святые апостолы молились вместе с еретиками или с идолослужителями своей эпохи? Существовало ли бы христианство сегодня, если бы святые апостолы заменили заповеданную им Господом Богом проповедь о покаянии межрелигиозными диалогами и сотрудничеством с идолослужителями якобы для блага человечества? Уже после всего, что было показано нами, можно ли считать наше противостояние и отказ общаться с экуменистами зловредным фанатизмом? Не становится ли уже ясным, что перед нами стоит вопрос веры и защиты нашего святого православия от самой коварной ереси всех веков? Что происходит у папистов? Какую роль играет политико-религиозное государство Ватикан во взрыве вулкана межрелигиозного движения? Какое участие принимают паписты во всемирной подготовке одной новой всеобщей религии? Целесообразно вернуться в Чикаго 1993 года ко Второму Совету Религий всего мира. В Чикаго, как уже было сказано, христиане не упоминали имени Иисуса Христа. Это было предоставлено верующим в ислам и разным спиритуалистам. Божества, которые пользовались авторитетом, были Изида и Осирис, Аллах, Бахаола, Брахма и Зороастр.
Главной целью Второго Совета было, как верно отмечалось, праздновать с искренностью взаимное почтение и богатое разнообразие религий всего мира. Иными словами, религиозный плюрализм, множество религий, и старых, и новых, включая сюда и христианство, является чем-то положительным и приятным для сторонников межрелигиозного движения. Святые мученики нашей церкви предпочли пролить кровь свою, лишь бы не отдавать какой-либо чести или признания другим богам. Стоило один поклон сделать, и они избавились бы от мучения. Однако сегодня нашлись христиане, которые искренне празднуют взаимное почтение и богатое разнообразие религиозного мира. Какую позицию заняли паписты на Втором Совете в Чикаго? На этом собрании присутствие папистов было многочисленное и официальное. На уровне епископов, священников, монашествующих и мирян. Заслуживает внимания и то, что среди благотворителей и устроителей собрания в Чикаго был и совет под названием «Монашеский межрелигиозный диалог». Краткое знакомство с сущностью этого последнего, который с особой ревностью поддерживал Второй Совет и очень трудился для его приготовления, покажет поразительное падение западного монашества. Монашеский межрелигиозный диалог имеет уже 25-летнюю историю. Он состоит из бенедиктинцев и трапистов и подчиняется генеральному игумену в Риме и понтификальному институту по межрелигиозному диалогу Ватикана. Какая же у него деятельность? Этот совет занимается диалогом с индуистами, буддистами, мусульманами и иудеями. Под диалогом они понимают разные виды межрелигиозной деятельности, вплоть до того, что дзен-буддистские монастыри и бенедиктинцы каждый год обмениваются монахами для взаимного изучения практического созерцания. Потому что, кроме академических диалогов, существуют и так называемые духовные диалоги, которые в основном занимаются молитвой и созерцанием. Некоторые взгляды видных католических монахов, членов монашеского межрелигиозного диалога, дополняют картину синкретической и общерелигиозной мечты под видом одной новой всемирной культуры мира, ради чего Ватикан горячо трудится. Что же проповедуют эти монахи-паписты? Признаем, что все религии в мире – суть не просто отдельные традиции, среди которых одна конкурирует с другой, но что они принадлежат высшему религиозному общению. Мы подходим, говорят они, к новой эпохе. Христианство больше не будет отдельной религией, но будет рассматриваться в рамках религиозных традиций всего человечества. Они предлагают перспективу не о Царстве Небесном, а о Царстве Мирском. Они выдвигают человеческую схему, в которой нет уникального слова «богочеловека», но имеются все заблуждения из человеческой истории. Но ведь Христос отверг их и указал нам, что не имеем здесь пребывающего града, но ищем будущего. Что касается тибетского буддизма, мы уже идем вперед, обмениваемся христианскими монахами и монахинями еще больше. Это все очень полезно и прекрасно.
Исходной точкой был Второй Ватиканский собор 1962-65 годы, который высказался в пользу заявления о сношениях церкви с нехристианскими религиями. В этом заявлении 1965 года особо и положительно говорится об индуизме, буддизме, мусульманстве, иудаизме ради, и это характерно, всемирного братства. До середины нашего столетия Римо-католичество не участвовало ни в каких диалогах. Историческим переворотом был Второй Ватиканский собор 1962-65 годы, где была принята новая политика не только в отношении других христиан, но и иных религий. Главным вдохновителем этой политики был папа Павел VI. В день Пятидесятницы 1964 года он создал секретариат Святого Престола для нехристиан, чтобы расширить межрелигиозные горизонты. Политика эта выражается очень ярко в так называемых апостольских путешествиях папы по всему свету. Папа Павел VI начал эти частые и впечатляющие путешествия по всем пяти континентам. Начались они сразу после Второго Ватиканского собора. Эти путешествия, как и появление католиков в нехристианские страны, остро ставит вопрос культуры. То есть, как преподнести, как вместить и как применить Евангелие к культурам разных народов. Но этот процесс ставит в опасность целостность христианской веры. Сумел ли папизм избежать этой опасности? К несчастью, католичество считает, что христианство может обогащаться от разных культур. Но разве христианство может обогащаться от разных человеческих культур, запечатленных грехом и даже открыто связанных с языческими, пантеистическими, анимистическими элементами? По существу, папа проповедует, что нет спасения во Христе, поскольку он находит ответы в писаниях индуса Махатмы Ганди. Я изучал труды и сочинения Махатмы Ганди и нашел ответы для себя, ответы для всех христиан, основные ответы. Не странно ли, что папа забыл обновление всех во Христе Иисусе и обожение человека во Христе? Он заявляет, что Индия и Ганди предлагают какую-то новую перспективу. Человек как поклонник безличного абсолюта посредством самосознания. Папское богословие о культуре ведет к утверждению других религий. В 1985 году в городе Касабланка в Марокко перед 80 тысячами молодых мусульман папа заявил об открытии диалога с исламом и утверждал, что у нас один и тот же Бог. Папа в своих путешествиях по всему свету посещает вождей местных религий и выражает свое уважение к ним и их религиям. На чем паписты основывают свое одобрение других религий? Они утверждают, что церковь — это нормальный и главный путь ко спасению.
не христианские религии, другие пути откровения и спасения, и все ведут к общему Богу, к общему Отцу. 1986 год, год водораздел. Ватикан выставляет свои межрелигиозные намерения самым официальным образом. Первый раз в истории христианства папа посещает Римскую синагогу. Он молится с архиеровином Элиотоаф, молится с иудеями. В это время хор синагоги поет известное иудейское песнопение об ожидаемом ими Мессии, анима амин. Политика Ватикана по отношению к другим религиям ради взаимного признания и обогащения решительно поощряется. Сближение, обмен дарами и понятиями – первый этап. А какой же следующий? Одним из исторических моментов в развитии межрелигиозной политики Ватикана была инициатива Папы пригласить представителей других религий в октябре 1986 года молиться о мире всего мира в Ассизи. В прошлом году говорилось особо об этой встрече в Ассизи, а сегодня документы, которые будут показаны, помогут нам убедиться своими глазами в глубине падения и отступления Ватикана, в котором соучаствует, к сожалению, и православные экуменисты. Куда же в итоге ведет папизм? Уже в межрелигиозном движении совершается гигантское всемирное преобразование, бесподобное в человеческой истории. Несомненно, что Ватикан играет ведущую роль в перестройке экуменизма в сторону будущей всеобщей религии. Будет ли с нашей стороны дерзостью утвердить, что в одном из следующих шагов своих папизм окончательно завершит свое отступление от христианства и Евангелия? По инициативе Папы Иоанна Павла II состоялось 27 октября 1986 года в Ассизи, в Италии, первая встреча религий за мир во всем мире. Приняли участие 150 представителей от 12 религий. Присутствовали также четыре великие всемирные межрелигиозные организации. Межрелигиозная организация за религиозную свободу, Всемирный конгресс веры, Храм понимания, Всемирная конференция религий и мира. Присутствовали буддисты, мусульмане, туземцы из Африки и Америки, зороастрийцы, сикхи, индуисты, синтоисты. Присутствовал и Элиотоаф, главный раввин Центральной синагоги в Риме, которую папа посетил несколькими месяцами раньше.
были представители почти всех христианских исповеданий, Всемирный совет церквей, несториане, антихалкидонцы, монофизиты, копты, армяне, малабарцы, римокатолики, старокатолики, англикане, лютеране. К несчастью, на этом общерелигиозном сборище было отделено видное место для православных экуменистов, которые даже активно и решительно участвовали в устроении его. Прибыли представители православных церквей Финляндии и Чехословакии, патриархатов болгарского, румынского, грузинского, московского, и антиохийского. Особое место рядом с папой было предоставлено первоиерарху англикан Рансей и представителю Константинопольского патриархата фиатирскому архиепископу Мефодию. Церкви Александрийская и Иерусалимская выразили свое духовное согласие, направив официальные приветствия. Пилатская церковь приняла молитвенное участие через известный византийский хор из Афин, который пел на всех трех главных собраниях в Ассизи. Только папа выступил с речью. В своем слове он уравнял молитвы христиан ко единому истинному Богу с молитвой всех религий. «Мир, — подчеркнул он, — это плод молитвы, в которой разные религии выражают одно отношение к одной высшей силе». Последовала молитва, совместная молитва. Предоставили христианские храмы разным религиям для совершения их обрядов о молении о мире. Буддисты молятся в храме святого Петра. На престоле стоит идол Будды. Индуисты собрались в храме святой Марии Маджоре. Мусульмане были собраны в монастыре святого Антония. Американские индейцы молились в храме святого Григория и приготовляли свои трубки мира в алтаре. Синтоисты были в Бенедиктинском монастыре.
1986 года Ватикан продолжал свою пропаганду экуменического сотрудничества между религиями. Каждый год паписты организуют подобную межрелигиозную встречу в разных городах Европы. В Риме в 1987 и 88 годах, в Варшаве в 1989, в Бари в 1990 и в Малте в 1991. В 1992 встреча была в Брюсселе. К сожалению, присутствие православных экуменистов всегда подчеркнуто. Они твердо идут в ногу с межрелигиозной политикой папистов. Который был главным докладчиком. Приняло участие 300 представителей от 42 религий всего мира. Разве святые апостолы согласились бы участвовать во всееретической и межрелигиозной организации и стать ее органическими членами? Мира и безопасности во всем мире? Идея сотрудничества всех религий развивается все глубже и глубже. Но куда ведут эти тесные отношения христиан с другими религиями? Истина становится относительной. Новый мировой порядок, новая мировая духовность и новая всемирная нравственность уже становятся реальностью, с плотью и костями. Кардинал Эдуард Кассиди подчеркнул главное, что объединяет все религии. Это дух Ассизи. Что это за дух Ассизи? Свет всех религий должен объединиться, чтобы просветить весь мир. Какое место в таком синкретизме
для единственного света мира, Господа нашего Иисуса Христа. Какое общение света со тьмой! Я не хотел бы больше ничего добавлять к назидательному докладу отца Киприана. Кроме его доклада, вторую проповедь, так сказать, произнесли видеодокументы, которые мы видели сегодня и которые так поражают, что они тоже служат к назиданию. Пожалуй, если бы мы не видели их, то вам показалось бы, что мы говорим басни и фантазии. Увы, то, что вы видели, это действительность. Вы видите, как апостасия идет все дальше и дальше. А мы читаем в наших церковных книгах, что апостасия должна достичь своего апогея перед пришествием Антихриста. Итак, знамения времен нам говорят, что Христос приближается, что Христос грядет, и мы должны быть готовыми встретить Его. Если мы называемся и считаем себя христианами, если мы хотим встретить Его, если мы хотим соединиться с Ним и вечно радоваться с Ним, то мы должны соблюсти две вещи, беречь их, паче зеницу ока. Первое – это чистота православия. Я подчеркиваю слово «чистота», потому что, как отец Киприан указал, сегодня икуменисты тоже хотят называться православными. Чистота православия, но этого недостаточно самого по себе. Птицы ведь не летают только с одним крылом, но с двумя. А второе крыло – это наша праведная жизнь. Первое – правильная вера. И второе – праведная жизнь. Чтобы мы могли бы сказать людям, далеким от церкви, то, что сказал Филипп Нафанаилу, как мы слышали сегодня в евангельском чтении, «Прииди и вижди». Приходи и смотри сам, что такое православие. В эти трудные годы, которые мы проходим, и подчеркиваю, и повторяю, в те труднейшие годы, которые нас ожидают, будем молиться, чтобы Христос сохранил нас до конца нашей жизни, до последнего биения нашего сердца, в правильной вере и в праведной жизни. Аминь.